школах Московской области началось исследование по международной модели ПИСА. В Одинцовском городском округе тестирование продлится до 3 ноября в 6 образовательных учреждениях. В средних школах номер 1 и 5, гимназиях номер 4 и 7, а также в лицее номер 6 имени Пушкина и православной гимназии «Светоч». Ученики 8 и 9 классов, которым уже исполнилось 15 лет, покажут уровень владения читательской, математической и естественно-научной грамотностью. Проведение тестирования помогает определить качество образования в регионе.